Суперкласс, и сегодня у нас будет на обзор на еще один набор Lego Ninjago. Вот набор по набор по шестому сезону. Храм нет, ну не храм света, а место. Короче, храм, где был, ну не храм, а башня, где был заточен отец Зейна. В третьем сезоне, если кто не знал. Это набор по шестому сезону. Я просто не помню, как он называется. Да. Начнем мы с человечков. Их тут. 8 человечков. Их 8, прикиньте, да, здесь. В том наборе, я не помню, было ли больше их или меньше, я не помню. Вот такие дела, да. Давайте начнем с добреньких. Самый добренький, наверное, чувачок, это Ниндроид, который помог Джей Ни в этом храме найти эхо Зейна. Какой здесь деталь куда-то пропала, я не знаю. Зачем-то шлем мы сделали. Две ручки такие прикольненькие. И ноги. Улетай сюда. Туда улетел. Эхо Зейн. С золотым посохом такой у него. Желтенькие валёсики. Принт егошник, который был. Его. Ой, ещё. Принт его, который был у него в мультике. Ну, типа, часики. Час. Эхо Зейн. Не часовой же. Не знаю почему. Знаете, тоже есть принт. Туда же. Дальше давайте у нас пойдет будет не. Фокус. Не видит фокус. Такая прикольная не. С ее принтом. Это маска. Катана. С ее принтом воды. Точнее не принтом, а знаком. Такой прикольненький. Там тоже есть принт. Джей со топором каким-то. И томагавком. Ну, ладно, топор. Его лицо. Фокусирующее, спасибо. Его лицо прикольное. Удивленное, что ли. Джей его принт молнии. Принт, а знак молнии, почему я говорю принт. Зеленые руки, что самое главное. И там тоже принт есть. Не знаю, почему зеленые руки, хотя у нее они в перчатках, они черненькие. Китайцы. Самый не злой, наверное, Клэнси. Его змеиное лицо, ну, змеиная голова. Как она называется, я забыл. Швабра. Затем это с желтой штукой. Какой-то. Принт на теле есть. У него даже деревянную ногу сделали. И сзади тоже есть, типа, как чешуя. Ну, в смысле, я один раз видел то, что, типа, деревянная нога, это просто черненькая ножка. Вот такая вот. Один раз у кого-то видел. Чем коричневая. А здесь реально сделали. А не знаю, была ли... Я ни разу не видела этого персонажа в мультике. Ни разу. Что, наверное, у него так было. Чувак какой-то, у него шапка, его фния. Ну, не шапка, а бандана, точнее, принт сзади есть. Странные руки, но принт на теле есть все равно. Прикольное лицо, злое. И принт он как есть тоже. Только спереди, сзади там ни у кого вроде нету. А, Флинтлок. Флинтлок еще есть у нас. Его воляси прикольные. То есть, кто не видит. Бородка. Ну, не бородка, а усы. Сейчас у меня все сегодня путается. Дула куда-то уехала. Рычаг, наверное, чтобы стрелять вот этими штуками. Я до сих пор не разобрался, как ими стрелять, потому что... Смотрите на этот механизм. Там есть только одна выемка, в которую можно вставить. Если ты будешь сдвигать, чтобы в другую вставить, она у тебя вылетит. Ну, пуля. Как это работает?
Я не знаю, как это должно работать. У него две пушки у его в руках. Хотя в мультике у него она была одна. Вот здесь вот я спожу спасибо китайцам. То, что положили халявную пушку. Бронька егошняя. Там на ногах есть принт. Вон на теле есть. И сзади есть тоже принт. Диск. Ну, сразу перейдем. Сделаю на технику егошнюю. Здесь как раз, здесь, чтобы стрелять, нужно вот за этот огонек, типа так вот. И оно крутится. Смешно выглядит. Крылья. Ну, чтобы самолет летел. Ну, не знаю, что это такое. Пофигу, самолет. Кривые крылья. Я до сих пор не помню, как их сделать нужно. Так что так. Опять же, диск какой-то метательный. Ну и сама пушка. И Надокан с его крутыми волосиками. 6 минут уже чувачков обозреваю. Его джин-клинок. Два тела. Одно как бы бронька. Сама по себе с двумя руками, а второго нет. Прикольное дело. С крючком. Ну и с типа его призрачными ногами. Ну не призрачными ногами, а типа вот этими летающими. Надеюсь, вы не поняли, что я вижу. Ходим к самому главному заданию. И он, кстати, гораздо больше железной гибели. Ну, не гораздо больше, но железной гибели ему, наверное, где-то вот посюда будет. То есть, нам столько больше. Все, мы снизу. И, типа, вода. Пристань, походу. Двумя мечами зачем-то. Деревянная, логично. И здесь вот идет такая веревка, которую можно забраться сюда. И самое интересное, их должно было быть два. Просто я немножко здесь сломал, потому что неудачно отцепил. Ну, понимаете меня, наверное. И вот здесь еще какая-то штука непонятная. Я не знаю даже зачем. Заросли вот по бокам. Вот заросли, вон заросли. И вот кубики заросли. Зелененькие. Вон, здесь видите. Фокус. Вот, все нормально. Здесь лесенка. Лесенка с обманочкой. Не знаю, зачем вот здесь вот эта штука сделана. Подвал какой-нибудь там зайти можно. Но здесь есть ловушка, с помощью которой можно попасть в подвал как раз-таки. Отодвигаем, и вот эта штука падает. Я сегодня ее перед обзором полчаса, наверное, делал заново. Потому что я не мог понять, как оно было, я забыл. Но, кажется, вот эти штуки были прицеплены. Потом, пока я их прицепил еще, было очень трудно, потому что нужно было либо пересобирать лестницу туда, отцеплять вот это и собирать заново лестницу. Точнее, не собирать заново, а присоединять, и потом опять заново присоединять вот это. Нет, я решил труднее делать и типа сразу здесь прицепить. Круто. Здесь зачем-то вот такая штука сделана. Возможно, чтобы, обломанная лестница, и, типа, залазишь сюда, и здесь оба дверца открывается. Там вот пушка есть. Здесь телефон не пойдет. Почти попало. Вы поняли. Там просто, типа, механическая. Вот. Стрела, и там еще она у меня в комнате где-то лежит. Я не буду ее показывать, потому что у меня телефон немножко на зарядке стоит. Ну да ладно. Вон там динамитик в углу лежит. Вон она. Я могу раскрыть, как бы, но лень. И вон там вот делали сокола. Сокола вон там вот. Я не знаю, будет ли вам видно, но доверьтесь мне, там чертеж сокола. За углом ничего нет. Ну, типа, и дырочка какая-то, если не знаю, зачем она, правда. Вот, ну я в любом случае его раскрою, чтобы вам более точно показать, пока что только вот так вот внешне покажу. Дальше. Низ, вот именно ради низа придется открывать, потому что так просто мне увидишь. Хотя, не, это трудно будет. Ну, в принципе, сейчас придется уже открывать. Здесь мих печальный мих. А, еще сбоку вот так вот я могу показать, типа, вон. Чертеж сокола, я надеюсь, вот. Видно там. Вот здесь сама пушка. Давайте.
Не, так просто не получится ее зарядить. О, динамитик, как я вам уже говорил. И смотрите, здесь специальный факел, который... И один факел фиксирует это все. И торжественный момент для вас. Нет, я его раскрывал. Вот, я раскрыл его. Теперь можно... Нижнюю часть залить подвал. Такая дверка на ключ закрывается. Штука, которая фиксирует эту фигню. Но у меня она не работает почему-то. Зеркальце с джином. Вот там вот разрабатывали. Я не знаю кого. Либо просто Зейна, либо эхо Зейна. Вот чертеж там. Вон, видно вам. Здесь стул, на котором, возможно, либо можно спать, либо отец Зейна разрабатывал, скорее всего, эхо Зейна, потому что здесь ему... Ну, когда он был здесь, мы сюда привезли, Зейн уже был. Он уже был рабочий. Вон там, типа, молоточек, какой-то напиток, наверное, и масло там еще есть. Чтоб не погасло. Так вот, прибавлял немножко. Вот, еще раз вам повторяю, что там сокол. Фокус. Поймайся. Вон там видно было немножко. Хотя вот теперь я смогу заправить. Ой. Нашу пушечку. Заправляйся. Молодец. Вот. А что у нас с этой стороны идет какая-то фигня, которая не понял, зачем она. Не помню, как здесь. А, уже вот нужно вот так вот делать. Потом фиксировать. Блин, я уже не помню, как. Ну, типа, окно, через которое залазить нужно. Вот что за пролаги. Но я не помню, как его нужно фиксировать. Чтобы оно не вылазило. А, все, вспомнил. Типа, нужно вот это подвести. Такая-то деталь, которая фиксирует. На другой стороне... Карты темной стороны нельзя, или обычной, светлой. И вы помните момент 6-го сезона, те, кто смотрели Ниндзяго, мои подписчики? Когда... во время вот драки... В этом здании Джей и Двуликий были вот здесь вот и на такой площадке и сражались. Там типа был рычаг, я не знаю, почему его здесь нет, его в наборе не было. Типа Джей говорил, не дергай за рычаг, и Джей в итоге лег на стол, этот дернул, и стол просто перевернулся, перевернулся типа, и вместо оружия вылезла вот такой стол. И Джей типа оказался снизу. Пошел помогать ней драться. Вот. Ну, типа столик, который не переворачивается, также там мясо и шприц, и еще какой-то телефончик, что ли. Ой, сейчас засвечивается. Потому что часов 10. Нет, часов 9. Я утром снимаю. Сверху. Но это еще не самое интересное. Весь вот у нас сверху. Ноги. Который держит палки, и с той стороны точно так же, и чайничек. Зубу, мне кажется, понравился этот чай. И два мячика. Пушка! Я вспомнил, когда работаю, там нужно вот на эту штуку нажать. Типа, вылетит вот эта штука. По принципу, таких же пистолетов, только арбалеты. Такие же ножки и два арбалета. Вот так вот и вот так вот. Да, нормально. Вот. И такая штука с Айми. Если на нее нажать, то будет свет. Все, маяк, все, вспомнил, маяк. В маяке жил наш папа Зейна. Ну, как бы его нельзя назвать папой. Создатель Зейна. Вот я как бы раньше его называл папой Зейна, но сейчас как-то создатель. И какой-то гонг, что ли, или что это, я не знаю. Ну, в общем, как бы, усё. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте свои царские мужицкие лайки, сердечки, делайте нежные мягкие чук по лайку и ломайте сразу, чтобы подписаться. С вами был Супер Клаус. Всем удачи, всем пока.